Итак, рассмотрим работу с логическими томами. Система логических томов в Linux называется LVM, Logic Volume Management. Раньше были другие системы, но сейчас остался LVM. Вначале мы должны проверить, что у нас все чисто после прошлой лабораторной работы. Если вы заново подключили новые диски, то это проверять не нужно. Если остались старые диски, то нужно. Итак, переходим под рута. Смотрим mount. У нас подмонтирован SDB. Вот, а мы сейчас SDB как раз для LVM собираемся использовать. Давайте V etc fstab. Вот у нас осталась строчка, которая монтирует наш диск. Давайте и удалим DD. Shift ZZ. И отмонтируем mount data. Mount. Все, теперь SDB не примонтирован. Теперь fdisk dev sdb запустили. Вот у нас что на этом диске. Давайте удалим все партиции. Для этого нам достаточно, давайте попробуем сделать чистую досовскую метку. M — это мануал. Вот у нас create a new empty dos partition table. О, нажали, print, вот ничего нету. Write, записалось. Давайте еще раз посмотрим. Print, все осталось на месте. Попробуем перечитать. SDB. Перечитали, смотрим. Print. Все на месте. Так. Fdisk. Tf. SDB. Print. Давайте попробуем удалим все партиции. D5, D2, D1, print, write, партпробы сделали. Так. А чем она занята? ls dev sd. Вот у нас sdb1 остался, она занята. А мы же ее отмонтировали. Dev sdb1. Нет, оказывается, она не отмонтировалась в ядре. Еще раз порт пробы. Теперь опять ls sdb осталось. Все. Так, fdisk dev sdb. Да, мы очистили наш диск. Теперь можем приступать к созданию новых партиций. Итак, fdisk dev sdb. Print, ничего нету. Новая партиция. Primary партицию создаем. Первую. По умолчанию оставим первый сектор, а второй сделаем плюс 100 мегабайт. Ну и теперь поменяем его тип на LVM. Тип 8E. Print, да?
Теперь записываем. Вот мы теперь создали новую таблицу разделов, и теперь мы должны подключить эту новую партицию в качестве физического диска. pvcreate dev sdb1. Это просто безобразие. Mount dev sdb1. Вот так вот. pvcreat. Очищаем его. Все. Значит, смотрим pvs. Но у нас, поскольку на самом диске, которым мы грузимся, тоже открыт LVM, то видим, что первая запись, то LVM у нас создан на DFSDA. Тут видно у нас, что это физический том, это группа томов. И вот у нас вот физический том есть, группы томов нету. Теперь создадим группу томов. Назовем их VGData. VGCreate VGData dev sdb1. Вот PVS посмотрели. VGData появилась. И VGS — это volume Graup просмотр. Вот у нас два volume Graup. CL — это системный, и VGData, который мы создали. Также мы можем посмотреть информацию с помощью VGDisplay. Вот это более подробная информация. Shift Page Up Page Down, VGData. Вот у нас описание нашего тома. Вот у нас размер экстента физического, который задается при создании физического тома. Размер тома 96 мегабайт. И сколько занято места? Ничего не занято. И свободных экстентов свободных, и размер свободный. Теперь мы зададим логический том. lvcreate. Дальше имя тома. lvdata. Дальше подскажем, сколько мы экстентов пускаем на этот том. 50% от свободного места. И это создается в группе томов VGData. Так, LVS набрали. Вот у нас это системные наши логические тома, а это LVData на томе VGData. LVDisplay более подробно. Вот у нас вот это вот девайс наш. Это размер половина, да, 48 мегабайт, количество экстентов, и что он состоит из одного сегмента. Ну, потому что мы можем расширять логические тома, они могут кусками состоять на группе томов, то есть получается несколько сегментов. Ну, давайте мы теперь сделаем файловую систему mkfs.ext4 dev vgdata lvdata. Вот создали. Ну и подмонтируем. Добавим в fstab, подмонтируем и потом перегрузим и посмотрим, что все подмонтируется. vi etc. fstab. Нажимаю букву и десятичную, чтобы начать вводить.
И пишу gef vgdata lvdata на mount data подключаю extended 4. Опции по умолчанию. Default. И 1.2 это проверка и архивирование. Пустую строку обязательно оставляю. Shift-Z. Escape, Shift-Z. Давайте посмотрим. Вот у нас подмонтируемые системы. Пишем mount-a. И она должна подмонтироваться. Да, вот она подмонтировалась. Вот подмонтированная система. Теперь после перезагрузки мы должны получить, что эта система будет монтироваться автоматически. Давайте отмонтируем ее. MountData. И добавим еще один раздел на нашем диске. Fdisk gef sdb. Добавим еще один раздел new primary 2 по умолчанию плюс 100 мегабайт. Вот у нас раздел. Поменяем его тип 2 на 8e. Write записали. Теперь part пробы gef sdb. Ну и давайте посмотрим ls gef sd. Вот у нас sdb 1, sdb 2. Теперь создадим логический том на физический том на gef sdb 2. pvcreate gef sdb 2. Сам дописывает, и мы слишком быстро нажимаем gef sdb. Значит, тут у нас написано, что что-то уже было на этом диске. Удалите, да, удаляем. PVS, вот у нас два тома. Теперь добавим этот том в наш группу томов vgdata. Vgextend расширение vgdata gef sdb2 добавили. Значит, pvs, вот у нас они оба в группе томов. Vgs, у нас расширился наша группа томов. Вот это размер группы томов. Это у нас логическая. Логический том уже есть на половину предыдущего. Как раз вот это вот свободное место. Теперь мы должны расширить наш логический том, чтобы он занял 50% свободного уже нового. Значит, lv extend. Значит, мы должны не только том расширить, но и файловую систему на нем расширить. Мы можем сделать в два этапа. Расширить сначала том, потом файловую систему. А можем, значит, вначале сразу и том, и систему. Значит, для Extended 4 нам нужно, чтобы эта система была подмонтирована. Для расширения, значит, вот она подмонтирована. Значит, lv extend минус r — это расширять файловую систему, минус l 50% free gef vgdata значит, vgdata. И
VData. Так. Так. Ага. Сначала логически пишется, а потом так lv-extend мы просто help наберем, посмотрим, что от нас требуется. Логический volume путь. Ага. Give vgdata lvdata. Вот он расширился, и теперь он занимает 72 мегабита. Df-h. Видим, что файловая система тоже расширилась. То есть у нас расширился и сам логический том, и файловая система на нем. Ну и теперь мы можем уменьшить. Вот у нас размер. Давайте мы lvreduce сделаем. С изменением файловой системы. Не каждая файловая система может меняться в сторону уменьшения. XFS не может, а Extended 4 может. Значит, минус L — это уже не в экстендах, а в размерах. Минус 50 мегабайт. Dev vgdata lvdata. Он говорит, сначала нужно отмонтировать. Да, отмонтируем. Так. И теперь у нас размер стал 50 мегабайт. Мы могли уменьшить и на определенный размер. Ну, давайте скажем, минус 10 мегабайт, и вот уменьшилось на 10 мегабайт. Таким образом мы можем, давайте еще раз подмонтируем, mount data. Он отмонтировал и подмонтировал опять сам автоматом. Значит, мы можем увеличивать, уменьшать логические тома, можем манипулировать с ними примерно так же, как и с обычными файлами.